Вот, который сегодня будет сдавать. Или не будет сегодня. Что, будет все, ничего не сдавать. Сегодня ничего не сдавать. Вот этого, который вчера получил по мутанному зачет. На халяву, практически. Чё? Я решал. У тех только халява была. Давай, Костяныч. Дай ему зомби сделать. Чё сделать? Давай. А слишком тихо. Где у тебя микрофон? Смотрите, Марк. Макс, не пихай себе. Макс халявщик. Где ты? Что-то не пихает. Бери ты бьет. Бэм. О, блядь, ну как же Бэм не отоплю эту бутылочку. Где басы? Че? Басы, а вон там DSL написано. Так, вот это вот, вот, вот. Два мистера звезды пицца. Вань, ну что, давай, скажи что-нибудь. Ванёк, скажи свою крылатую фразу. Ванёк. Ванёк, ну скажи что-нибудь. Рот свой, тюх. А это что, заебись? Заебись? А? Заебись? Конечно. Она щипать не может. Это мистер заебись вошел, нет, ты. Да, быстро. Быстро покурил. Вчера просил передать три матрасы. Что-то было. Все рассели. Рассели все. Сейчас мы вместе вас не... О, как всегда, с опухшими ушами, обвисшими ушами, ёпта, пьянок бесконечных. Обманывает он. Да? Честно. Вот смотри, там же даже ничего не растет, ёпта. Они уже выросли. И так небольшие, не маленькие сразу. Я спрошу. Так, всё, так, давай, 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 давай. Психолог, я с тобой. А можно? А вот вы не хотите там спросить что-нибудь? Ванёк, что-нибудь такое изготовили? Олег, вау, вау, ёпта, ё-моё. Какие редкие кадры это были, а? Ну, мы всё-таки успели. Кого не нельзя, садите погулять. Кто чем, ёпта? Камера, давай. Да был он уже пихал. Мне припев вообще не нравится. Нормально. Ну не всегда же орать надо. 13-й, да, поставь 13-й контрфайт. Клево. Это не стандартный ремикс. А вот Леша. Раньше ходил. Стрелки. Группа. Дарк Стрейтс. Дарк Стрейтс. Дарк Стрейтс. Я сорвал ее на ваших Дарк Стрейтс. Дарк Стрейтс. Так, ёпта. Свободное посещение уроков в кругах в руках Абригена. После чудеса управления плеером демонстрируют Иван Боров. Костян, ну как Ваня, переклататься уже плеером, ничего там не сломал? Чем он плеер? Мать не ругался? Не ругался? Так, так все помял, да, наверное? Конечно, блядь, такие буровские пальцы, ёпта. Ни хер ты не мог найти. Посмотрите вот на это вот, и просто интеллигентика, просто мальчика-паиньку. Да-да-да-да. Давай.
Еще? Да, все лицо, все лицо. Да. Нихуя там не видно ничего. Да, да, чем отличается машина от человека, Ваня? Ну, чем отличается цвет. От железки? От железки. Так, так, вот поступило мнение. Пожалуйста, еще раз. Ясно. Винтер. Винтер. С собой? Вообще. Есть. Зачем? Ну, сейчас с собой. У нас третья пара. Завтра можешь принести? Я могу тебе сегодня, да? Завтра могу принести. Вот человек увидел первый раз красиво, посмотрите. Его выражение лица. Ну просто я повторюсь. Мальчик, парень. Ваня, посмотри там. Ну, смотри. Плати деньги. Плати деньги. Это авторское право. А? Плати деньги. Нет, нет, нет. Нет, нет. Он там пиздец. Автомобиль переводится на русский язык. Папарацци, это папарацци. Ты что-то там сами застрял на первой партии. Попал, да. Что-то я никак не знаю. Самодвижется, самодвижущийся. Самодвижущийся. Волосатые холмы ему понравились. Волосатые холмы понравились. Ну что, Вань, берешь Розану? У меня предложение. Что ты делаешь, а? Это у Харьков, чтобы она вся влезла. Вот. Рузан, соль будешь есть? Кушаешь? Ты много? А то вот Ваня так много кушает. А про шестерку расскажите, пожалуйста. А вот у него еще, думаю, есть несколько моментов пикантных. Рузан, ну что, берешь Ваню? О, шестерка берет. И шестерка? Я ему все тут три бьяла собрались. Пожму руку, давай. Левый давай. Давай, давай. А что там про шестерку? Вот шестерка. А как? Десять у нее, значит, было. Училась десять, значит, один. Блин, ну урод. Пиздец у нас. У меня ты сфотографируй, все. Еще? И мне покажи. Вот это лох. Дай бы я. А для шестерки кто уже... Рус, кто для шестерки в жены? А чел, блин, ну как? У меня так все так. 24-6.